метель и вьюга. Я всех люблю. Ко всем добра. Вы меня узнали? Да. Да. Снегурочка. Правильно, Снегурочка. Добро пожаловать на наш новогодний праздник. Полный чудес и волшебства. Дети, а вы любите сказку? Да. А хотите, я вам расскажу сказку? Да. Вот и хорошо. Я думаю, что нет такой девочки или мальчика, папы или мамы, бабушки или дедушки, которые не любили бы сказку. Сегодня к нам на праздник Нового года пришла старинная русская сказка «Мороз». И поведет нас эта сказка в засыпанную снегом деревню, в избу, где живет старик со старухой, с дочкой и с падчерицей. А дальше в зимний лес, где хозяйничает морозка, с елки на елку поскакивает, пощелкивает да потрескивает. Тише, тише.